Главное культурное событие весны. 10 апреля открывается 25-й международный балетный фестиваль. Новые спектакли, новые солисты, поклонники в предвкушении интересных премьер. Классика и современность на одной сцене. Формат, который удовлетворит все вкусы и пристрастия. Стартует фестиваль вечером одноактных балетов «Не дай мне уйти» Андрея Меркурьева и «Барокко» Данила Салимбаева. Современная хореография давно уже привлекает зрителей. Вечер действительно будет таким разным, так как два хореографа, Данил Салимбаев и Андрей Меркурьев, каждый ощущает, наверное, свой мир, который вокруг себя по-своему, живет по своим принципам, и это будет, конечно, все как бы видно в хореографии. Не зря говорят, что хочешь узнать о человеке, какой он, придите на его спектакль, посмотри на него. Сцена оголяет нашу душу, оголяет наш мир. На весь мир известен Пермский театр балет Евгения Панфилова. Он не раз приезжал и в столицу республики. На этот раз артисты привезли балет «Фауст». Два одноактных данс-спектакля «Бах Моментум» и «Лабиринты» подарит чебоксарцам уникальный коллектив из Екатеринбурга «Танц-театр». Среди приглашенных артисты Бурятского театра оперы и балета Харука Ямада и Эрдем Сандаков. Они примут участие в гала-концерте. В рамках фестиваля состоятся два творческих вечера больших мастеров сцены на народной артистки Чувашии Татьяны Альпидовской и заслуженной артистки России и Чувашии Ольги Серегиной. Для любителей классики приготовлено несколько спектаклей: «Лебединое озеро», «Жизель» и «Вальпургиева ночь». Инесса Потапова, Георгий Кривошеин, Республика.